Мы, коллектив «Фресно-ремонтаж-строй», солидарно с общереспубликанской забастовкой, в поддержку всех бастующих предприятий, объявляем забастовку, пока не будут выполнены следующие наши требования. Первое. Остановить кровопролитие на улицах Беларуси. Второе. Прекратить незаконное задержание мирных граждан. Третье. Освободить всех политзаключенных, провести расследование незаконных задержаний, жестоких избиений, издевательств и наказать виновных в соответствии с законом. И четвертое. Проведение честных и прозрачных выборов в Республике Беларусь, привлечение международных наблюдателей. Живи Беларусь! Живи!